Военнослужащие из Каменногорска, Семеи и Павлодара сразились в музыкальной битве среди военных оркестров на приз главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстан. Конкурс «Аскери Керней» стал ежегодной традицией для всех военнослужащих страны. В областном центре уже подведены первые итоги. Наш корреспондент побывал на отборочном туре. Военные оркестры исполнили музыкальные произведения разных жанров, от классики до народного творчества. В исполнении солистов прозвучали песни и композиции разных авторов, как отечественных, так и зарубежных. Победители будут защищать честь регионального командования ШВС на международном фестивале, который пройдет в Астане. После отборочного тура делается сводный оркестр в количестве 32 человек и выезжает на финал город Астана. Там проходит финал, седьмой конкурс среди военных оркестров «Аскери Керней». Каждый оркестр продемонстрировал свое профессиональное мастерство, слаженность оркестрового исполнения, вокальные и музыкальные таланты, а также умение исполнять строевые песни. Напомню, что высшей награды гран-при в финале смотра конкурса «Аскери Керней» дважды был удостоен оркестр регионального командования ШВС. В 20-летие нашей столицы Астаны желаю всем астанчанам мирного неба над головой. Хочется, чтобы подобные конкурсы проводились чаще. Цель музыкального конкурса – популяризация и повышение уровня профессиональной подготовки военных оркестров, престижа воинской службы и воспитания граждан в духе казахстанского патриотизма. Флюра Сарсимбинова, Айолан Смагулова, Берлесская Рад, Алтай Акпарат.